Противник ты имеешь в виду? Да, противник. Шестая наша.
Малек Ивент, лучше заходите в четвертую, не надо туда лезть. Четвертую могу войти Булыч, но я тогда брошу прикрытие, я тут один остался. Четвертые свои заглянули в окно. Четвертые свои. Пока. Еще. Четвертый. Я зашел, Булыч зашел в окно. Все. Да. За два прогона аккумулятор сдох, блядь. Вот это у Рычифа тоже сдох, кстати. У меня вот первое, блин, вот я стрелял, как бы, да. Я там, блядь, два вот банку шаров, блядь, два бункера. Короче, три бункера высадил, блядь. Уже, когда группа там, они тебя наводят. Никакой самодеятельности, потому что ты можешь их сам захерачить. Понимаешь, да? У кого ты же на кубе сейчас с тобой проверить? Я все свои раздал. Ну, красиво. Редут взял двоих сразу. Ну вот. Хотел два шарика зарядить, а придется половым. Это нет, 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 это у тебя всего лишь надо переводчика огня потрогать. Так на вас непонятно, кто какой фронт. На вас что, орать надо постоянно? Это тоже переводчик огня. Мы были хорошо до последних двух комнат. Вот вот. Третью, пятую зачистили молча. И вот это был главный я не знал, есть. Не, там... Friendly Fire один. Это не Булыч. Не, аккум нормально. Не, все нормально, я просто сам переводчик. Тихо! Прошу прощения. Значит, смотрите, значит, все было окей. То есть вообще красиво, нормально, четко разыграли. Грамотно разыграли. Грамотно вынесли один бункер, грамотно вынесли второй бункер, да? Грамотно заняли слепые зоны, грамотно вошли. Все у нас приспособлено. Потом началась победа. Ну да, похоже на то. Что за суета началась? Почему орать надо, блин? Ну, мне кажется, можно? Да. Я просто нумерацию комнат не запомнил. Все уже давно запомнил. Но, блядь, тебя. Говорят, а вот не нехер в тренировке пропускать, товарищ Рома. Я говорю, седьмой. Седьмая наша, кто там? Молчание. Защищаем седьмую. Седьмая наша. Кто там? Молчание. Ёбаный в рот, блядь. Ну сказали же наша. Ну все, наша. Я кто наша. Кто ее зачистил, понимаешь? Ты ее, ты не микрофон, что ли? Ребят, на голосом. Тихо! Ребят, на период. Заняли, вошли в коридор. Молодцы, сразу много комнат зашли. Сразу. Вот бух целую, и целую половину, да, отвлекли. Коридор полностью на прострел. Доминируйте. Убит. Четко контролируйте, да? Первое самое, что вы должны сделать, отдышаться, восстановить дыхание, погасить адреналиновый всплеск, да, там. Сколько я вам говорил, когда вы заходите сюда, у вас идет резкий выброс адреналина. Через 2 минуты вы уже овощи. Понимаете? Вам нужно подавить, восстановить дыхание, отдышаться, продышаться. И только потом, когда успокоились, да, блин,
Только потом вы начинаете уже с активным действием. Вы сделали уже полдела, полпобеды уже есть, все. Вы в доме. Даже если бы одну комнату захватили, всего одну, это уже очень важно. А вы захватили сразу, чук, полкрыла бы. Отлично отработали, быстро, четко, технично, все видел. Молодцы. Но потом что произошло? Вас начало колбасить и началась суета. Понимаете? Ребят, надо себя контролировать, держать себя надо в руках. Понимаете? Отдышались, по рации связались, доложили, сразу переключились, что в такой комнате. Куда вы торопитесь? Я что, объявлял обратный отчет, что ли? Никакого обратного отчета не было, вы очень быстро все сделали, нормально прошли. Отдышали и просто перекличка, кто какую, спокойно совершенно. А дальше уже взяли там командир. А командир на улице был, да? Да, на улице. Да. Ну разобрались бы, что первый раз. Вы все прекрасно работаете в помещениях. Все знаете уже, все схемы отработаны там. А тут у вас просто была толпа такая, понимаю, да, первый раз такой толпой, блин, там. Там человек 8, а что-то такое. Да, заслушался хорошо же вас. Не видели, кто в какую комнату заходил, да, там? Одновременно вход был, нет. Ну да. Комнаты да, 4, да, наверное, да, сразу же залезли. Я 2 видел. 4 ровно. Мои уже соседние. Залез во вторую. Как оборонявшись изнутри, видел красиво. Просто великолепно. Я даже ничего не успел сделать. Человек с пистолетом просто. Один выстрел. Я ждал, когда они пойдут вот. Как бы с того лета. Там, где мы шумели. Парни, я могу что-то сделать. Обсуждайте. Значит, сейчас. Нет, он 7. Следующий момент. Да. Ну что, проверим наш средний состав. Мастеров мы уже проверяли, новичков проверяли, гостей проверили, да? Средний состав проверили, да? Сказал средний состав.